В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета прошла презентация летнего кампуса РАНХИКС в рамках проекта «Кадровый резерв». Студентам вторых и третьих курсов были представлены уникальные возможности программы, а также вдохновляющие выступления от опытных студентов и участников проекта. Перед аудиторией собравшихся молодых журналистов выступили Егор Белоусов, студент четвертого курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, а также Лейсан Хамитова, студентка третьего курса Института управления экономики и финансов. Если говорить об особенностях, хочется как-то поблагодарить, безусловно, Высшую школу журналистики и медиакоммуникации за предоставленную площадку. Все было удобно, красиво, очень удачно расположились все гости, было комфортно выступать, техника работала, что для такого мероприятия, безусловно, важно. И хочется верить, что мы обязательно вернемся еще, поскольку тема актуальная, особенно для молодежи, возможность проявить себя не только в профессиональной деятельности, но и в сторонних ответвлениях, не только в молодежной политике, но и в форумных кампаниях, проектах, которые позволяют затронуть свои профессиональные компетенции или, может быть, наоборот, развить некоторые, о которых молодые студенты совершенно не подозревали. Мероприятие состоялось в два этапа. Началось с увлекательного выступления Лейсан Хамитовой, которая поделилась своими впечатлениями и сделала акцент на возможностях, которые открываются студентам-участникам, например, принять участие в летнем мероприятии, пройдя образовательную программу и применив полученные знания в социально значимой проектной деятельности. Затем слово было передано Егору Белоусову, который детально рассказал о содержании и возможностях летнего кампуса, а также акцентировал особое внимание на ответственном подходе к заполнению заявки и подготовке к собеседованию. Если резюмировать, о чем было выступление в целом, то это в первую очередь презентация возможностей для студентов, которые, напомню, второй-третий курс очного бакалавра или второй-четвертый специалитета, которые могут, пройдя несколько отборов и собеседований, летом принять участие в образовательной программе, которая включает в себя изучение, затем командное деление и работу над социально значимым проектом с последующим совершенствованием своих навыков и совершенствованием себя и своих собственных каких-то организаторских и, я полагаю, лидерских качеств, которые, безусловно, пригодятся активной молодежи и ее представителям в будущем. Презентация завершилась выступлением Камили Алмакаевой, уже успевшей принять участие в программе ранее. Ее ценные комментарии и советы стали по-настоящему полезны для аудитории, вдохновив желающих попробовать свои силы в проектной деятельности на федеральном уровне. Это событие стало не только презентацией летнего кампуса, но и источником вдохновения и мотивации для всех присутствующих на пути к своим карьерным вершинам в области журналистики и управления. Яна Яковлева, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.